spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлены оригинальные приманки, выпускаемые под брендом Stinger. Это крошечные воблеры с названием Innova UL из серии Aria Trout, основное предназначение которых – ловля так называемой прудовой форели. Также они могут заинтересовать поклонников рыбалки со снастью класса Ultralight. Давайте поближе рассмотрим эту интересную модель. Innova UL обладает весьма необычной геометрией, но по характеру игры можно отнести к классу крэнк. У него короткий овальный сечение корпус. Задняя часть является срезом под прямым углом. Отдельные лопатки не предусмотрены, ее функцию выполняет асимметричный срез в передней части, отдаленно напоминающий выемку поппера. Посередине находится крепежная петля с заводным кольцом. При соединении приманки с леской не рекомендуем использовать тяжелую фурнитуру, чтобы не испортить заложенную игру. А теперь давайте расшифруем цифровые и буквенные сокращения в названии этой модели. 20SSR. Цифра 20 указывает на размер тела, то есть его длина составляет 20 мм. О степени плавучести говорит английская буква S, от sinking – тонущий. Отметим, что погружается воблер достаточно быстро. Аббревиатура SR обозначает примерное заглубление. Оптимальный рабочий горизонт находится в районе около полуметра. Предусмотрена широкая палитра для раскрашивания этой серии, более десятка вариантов. Есть однотонные и комбинированные, яркие и темные расцветки, но на каждом имеются многочисленные контрастные точки. Стоит отметить, что здесь представлены практически все самые популярные форелевые цвета. Для оснащения этого крэнка применяется одинарный крючок Stinger Power Grip, жало которого направлено вниз. Он очень острый, что обеспечивает результативную подсечку, и достаточно мощный, чтобы удержать рыбу на вываживании. И обратите внимание, одинарник является безбородочным, а это значит, он меньше травмирует рыбу, и приманки могут применяться во время соревнований. Система дальнего заброса не предусмотрена. Внутри пластикового корпуса имеется металлический груз, отвечающий за балансировку воблера. Но так как этот элемент не имеет жесткой фиксации, приманка во время проводки создает дополнительный стук. Для анимации Innova UL производитель предлагает использовать различные варианты. Подойдут обычная равномерка, stop and go и даже рывковая. Как уже говорилось, основным объектом ловли считается прудовая форель. Однако эта модель также может пригодиться при охоте за окунем, головлем, язем и даже красноперкой. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.